Всем привет, с вами Дэн и Серж. Всем привет. Мы сегодня... Куда бы пришли, я сейчас там маркер поставлю, где у нас этот... как он? Ну ты понял. Что? Я тебя не понял. А, всё, я нашёл. Так, я сейчас тут уберу... Печка. Так, все, могилы убраны. Из-за слепоты не могу бегать или из-за чего, не помню. У меня, наверное, у чувака вообще, он, наверное, обожрался этой морковкой, не? И? Я его так морковку помню. Понятно. Он на диете сидит. Угу. Стив на диете. Оп, опять красный. Это не фер. Куда? Все, я спрятался, меня нету. Ку-ку. 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 Точно, на серый нужно под него встать, мне кажется. И бить его, он ничего тебе сделать не может. Я мочу. Давай, гасим их. Я одного загасил, но и вроде... Спасибо. Только вещи мне трогать хотел. Так, серый тут только что крипер взорвался. Мы вернулись с паузы. И чё, Серый? В принципе, я смотрю, у нас уже тут половина серии записана. Может, уже всё-таки домой пойдем с такими ресами-то хорошими? Кстати, у меня почему-то куда-то половина инвентаря делась. Ты ничего тоже не забирал? Нет, я вообще не трогал инвентарь. Ладно. В принципе, у меня там меч... Так, у меня все есть, да, точно. Всё. Иди сюда, сейчас обнизим нашу печку и этот. Да. Сейчас я уголь собираю. Серый капец у нас угля. Сейчас. Я сейчас, короче, такой хом сразу же. Да не, давай добежим. Давай добежим, а? Понятно. Ну ты как хочешь, я добегу. А у тебя маркер постоит? Нет, но я знаю, как тут добежать. Ты думаешь, что я только по маркерам могу? Нет. А сколько у тебя ялки-то? Сейчас будет 6. 6 ялки-то? Так, ты тогда пока ничего не делай, ничего не крафти. Я сейчас приду, посмотрим, потому что там можно сделать броню, но насчет брони пока сомневаюсь. Сейчас, короче, придем. Пока что переплавлять, то, что мы... Да. Овечка пока что жива. То есть вы должны поставить лайк. Иначе она будет умерла. Ты не спал со своей овечкой? Это если до деревни 400 метров. Сколько тогда получается до нашего дома, а? Мы вообще очень далеко убежали. Ты убежал. Я тебе это пошлю. Надо на вторую печку. И третью. Вторую и третью. А сразу здесь сломанную печку. Не, я же пошутил. Не, понимаю, да, надо больше чек поставить. Наверное, кстати, есть идеи, где их могу поставить. Так, ну все, я уже около нашего дома, так сказать. Почти. Жратва. Ты сейчас суп в печке сварить. Чего суп? Уголь заложи в печке. Мне послышалось суп. Я думаю, какой суп в печке? Блин, тут через какие-то джунгли пробираюсь. Мне пока еще везет. Пожалуйста, приди домой. Я уже бегу. Так, все, я уже наш дом вижу.
Сколько там осталось угля? В одной печке 63, в другой 2, в одной 0. А для чего тебе надо быстрее? Я придумал, где я печки буду хранить. Где? Догадаюсь. Вон на этаж ниже? Нет. На крыше? Почти. На улице? Нет. Под водой? Нет. А, кстати, можно? Можно. Можно печки под водой поставить? Да. Их ты ее туда можешь поставить. Там и в верстак можно поставить. И они гореть будут? Они, да. Да. Серый, да что ты, ничему ты удивляешься? Это Майнкрафт. Друг на друга их поставишь? Нет. Понятно. А, за крипер. Смотри, до чего прогресс дошел. Ага. Зачем во всей печке угля? Можешь посмотреть, сколько угля. Вон, смотри, реалмит. Где, кстати, реалмит? Рупи. Кстати, вот из этого. Из этого квадратного большого черного. Ой, красного. Выпадает вот трупи, вот это синее. Они очень нужны нам. Что из них скрафтить можно? Много чего. Вроде бы там и броню можно. Да, броню можно скрафтить. Инструменты разные, кирки. Как ты смотришь? Я нажимаю на R, он мне показывает один блок, одну страницу. Ты на У нажми, ну, а если по-русски, то это Г будет. И там можешь посмотреть. Сейчас, стоп, я на паузу нажму. Так, мы продолжаем. Ну и... 5 урон. Так это серый, да ты чё, рупи? У нас потом знаешь, сколько рупи будет? Конечно, рупи. Я тебе сейчас скажу. Какой меч хороший, сейчас я его только найду. О, кстати, точно, нам надо будет сходить в зимний биом. Меч на 22 урона, который. Глассер это. Я что-то не понял. Раньше можно было скрафтить. Ладно, скрафтим. Как-нибудь мы это да сделаем. Слышишь, что ты хочешь крафтить? Меч, помнишь? А на верстак этот. Ой, сейчас. И все железо мы вспомнили. В смысле, вот это вот твое железо. А вот тут плавится мое. У меня было много железа. А, ты про это, да, я его разделил. Сейчас тебе дам. На. Короче, пофиг, железо все общее, можем в этот сундук. Да, короче, и как раз мы скоро сможем сделать квадроциклы. Тем более, Серый, посмотри, сколько у нас всего железа. Я знаю, тут 40. Тут 3, там... Ты посмотри, сколько в сундуке уже. Тут 0. Тут... А, ну да, понятно. Тут уже 57. Тут 2. Уж 41. Ну все, заживем сейчас. Только пока его не трогай, ладно? Окей. Что будем делать из реалмита? Так ты реалмит... Я крафтю себе броню из реалмита. Нет, стой. Нужно знать, как крафтить, потому что там есть два крафта. Одна хуже, чем железная. Есть, а другая лучше, чем алмазная. Поэтому надо знать, как крафтить. Стой, пока ничего не делай. Да ты что сделал? Да я пошутил. Можешь мне скинуть реалмит? Сейчас. Так, тут есть два... А, точно записывает. Да, точно записывает. Тут разные мечи есть. Можно сделать автоматический верстак в этой версии, нет? Это билдкрафт нужен. Нет, нельзя. Хочу огорчить, но нет. Я, конечно, хотел, да. Но, блин, из одного верстака ставить целый мод огромный. Я, конечно, думал поискать просто, как бы тебе сказать, маленький такой мод,
Ну, демо. Демо-мод. Вот как раз в Таверстак. Я, конечно, сегодня поищу. Давай. Мне не трудно. У меня у железного меча осталось 67 ударов. У меня вообще меча уже нет. Давно. Я, короче, еще железо подкинул. У нас еще стак плавится. Это получается у нас два стака и еще чуть-чуть. Ты куда все железо взял? Я не все, мне нужно одно железо. Так. Дай мне одно железо. В смысле, так бери его в сундуке. Все, я взял. Так, во-первых, я сейчас разложу. У меня нет. Кстати, вот да, странно. Чего? Ставь на паузу. Мы продолжаем? А хочешь спорить? Куда? Ну, давай, короче, после видео. Ну, давай сейчас. Давай сейчас. Да, ну куда? Хочешь спортзал? Да. В какой? Ваш? На путяге? Да. Дойти до меня и сходить. Ой, у нас дом бомбанул. Серый, ты что там сделал? Вот это, немного крипер пришел. И он мне дал. Это наркоман что? О, Серый, все хорошо. Скелет, я тебя не знаю. Серый, нам повезло. Чего? До... Ты не взорвался? Дом не блока. До дома вообще не дошло. Видишь? Твоя могила вот. Так. Опять меня кто-то стреляет. Это скелет этот. Тут. О, точно. Шлем. Шлем покоцаю сейчас. Я сначала хотел сюда рекапитейтер, так потом по мне так показалось его трудно устанавливать. Я устанавливаю, а он ни хрена не устанавливается там. Раньше все нормально было, а сейчас как-то рукожопый стал. Установить уже. Ты? Да. Не, мод уже один установить не могу. Так. Я пока песка копаю для следующей серии. Ну, не для следующей серии, а для квадроцикла. Я тоже, да, я сейчас тоже пойду копать. Так, Серый, у тебя сколько булыжников? У тебя вообще есть булыжник? Булыжник, да, стак целый. А, можешь мне сейчас кинуть? Ну, не прямо сейчас, но потом кинешь, ок? Я сейчас себе две лопаты сделал. А у меня и меч сломался, у меня вообще все сломалось. Мы кровати будем крафтить или нет? Ну, конечно же, будем. Но только вопрос времени, как вопрос, когда мы их будем крафтить. Так, ну значит, что, сейчас мы скоро... У меня из песка какая-то штука выпадает. Какая? Я не знаю. Ты уверен, что ты песок копаешь? Это... А, это глина. Понятно. Песок и глина. Ну, если, я не знаю, там кирпичный дом или еще что-нибудь там из кирпичей крафт собираешь, то да, можно. Давай немного от дома отойдем хоть. Ай, по голове ударила. Яйцом. Яйцом, да. Ну да, что такие есть. Так, сколько там надо? Так, а да. Получается, если 4 этих, один песчаник, то там, наверное, надо стака 2-3. Чтобы сделать это. Ну, сейчас немного будет. Наверное, сейчас мы накопаем и будем заканчивать уже. Да.
ну, знаете, что мы сейчас закончим? Я начну рендерить видео, тем более у меня валяется сейчас 3 видео. Одно, которое мы с тобой тогда записывали. Я одно отрендерил. Бутылка? А? Бутылка? Не, не бутылка, а... Вроде затерянный... Не, хотя какой затерянный коридор? А, первая серия. Сервия. Первая серия РПГ была. А, ты еще ни одной серии по РПГ нету? У нас 3 серии, но одна еще ни одна не лежит? Нет, пока что нет. В том-то и вопрос. Просто видишь, вчера-то мы с тобой записывали вроде, да? Да. А, точно, я вчера сборку-то делал. Доделывал. Вот, и я поэтому не успел ни одного видео отрендерить. Я, ну как, одно успел. Ты не хочешь в спортзал сходить? В простой я бы сходил, но на путяги не там, блин, путяги. А там нормальный спортзал у нас. Ага. Видел я ваш спортзал, мы с Валеркой летом заезжали туда. Прям сам внутрь заходили? Нет. Нет, там нормальный спортзал. Ну, не знаю, не знаю. Я тебя встречу у дороги. У дороги. Чтоб дорогу перешел аккуратно. Да, понимаю, что скажу. Да, ты перешел жизнь. Да. Так, это у нас... Я же говорю, у нас много будет. У тебя сколько песка там еще? У меня я пока что крафчу эту фигню. Кстати, а как там ее крафтить? Там просто эти 6 блоков. Ну, 6. Или, погоди. А, 6 нет, надо. 4. Там 6 надо. 4. Так плавить надо песчаник, да, я так понял? Нет, чё? Вот, чтобы сделать эту маленькую сосульку, плавить надо, ну. 15 сюда и 15 сюда. Это пошел еще накопаю. Так, сколько мы там уже записываем? 32 минуты, ну и что, тогда будем заканчивать? Да, сейчас. У нас тут крипер. Крипер! У меня 4 удара от лопаты осталось. 1, 2, 3, 4. Слайм? Ты что тут делаешь, дурак, что ли? Наркоман? Что, вообще наркоман, да? Все. Он отнаркоманил свое. Те тут мелкие меня бесит. Давай заканчивать. Ну. Так, сейчас давай я вот в этот песок докопаю. Сейчас я под лопату потрачу, можно заканчивать, я пошутил. А если глину переплавлять, что получится? Кирпичи. Кирпич? Кирпич, да, один. А ты что думал? Знаешь, для чего я кирпич скрафчу? Ну. Чтоб тебя кирпичом по башке бить. Mm-hmm. Короче, давай, иди сюда, где? Я бегу. Я бегу. И... Да. Все, я бегу. Там. Не, все-таки в следующей серии мы срубим все-таки это дерево. Он мне надоело. Сюда. Да, я крафтю. Сейчас я сосульки еще вот у меня есть. Сейчас я быстро скрафчу. Есть, у меня 3 слитка. Так. Так, спасибо за просмотр. Комментируйте, ставьте лайки. С вами был Дэн и Серж. Всем удачи, всем пока. Всем бобра.